Всем привет! Продолжаем проходить Toca Race Driver. Вы, как вы помните, у нас есть очень большое голодание по зачетным очкам. Я тут немножко улучшил свой результат в ДТМ до 56 очков. И у нас остается ровно 100... в общем, у нас 152 очка, нужно 162, и нам предлагают пройти однодневный чемпионат на Nissan Skyline GTR. И здесь нам нужно именно 10 очков, то есть нам нужно именно первое место. Вот написано, разыгрывается 10 зачетных очков, которые могли бы открыть тебе дорогу в чемпионат мира Лола. Надеемся увидеть тебя в Мексике. Ну и, конечно, мы принимаем этот вызов все на Скайях. Господи, что это за трасса? Я ее не знаю. Ладно. А, знаю, ездили мы уже на какое-то дребедение. ...226 Skyline едет. Это что-то он не поворачивает ни хера. Три круга. Будем перезапускаться, короче. Я нашел способ, чтобы не сохранялось перезапускаться. Это просто выходить из игры. Твою мать. Какой-то не слишком, я бы сказал, мощный, блин. Ну, прям нет такого какого-то задора. Ну, хотя, может быть, я просто к ДТМу привык. Там-то тачки... Ого-го. А тут не так. Круг у нас за 1,5 минуты выходит. Давайте я все-таки переиграю. В первом повороте надо не потеряться. 226 это в слипстриме. Максимально он едет. Так, надо только аккуратно, чтобы не разбить, блин, машину. Я так понял, она очень мягкая. И рулится она так себе вообще. Да-да-да, какой-то там черт висит у меня на бампере. Начинаем все заново. Блин, вот первый мне никак не дается. По сути, остался еще один круг. Зачем так делаешь, дурында? Надо его догонять. Каким образом, я без понятия. Да-да-да, мне надо только первым. Никаких вторых мест. Я за ним не угонюсь. Я дохлый номер. Так, они сейчас бороться будут. Мне это на руку должно играть. Сука. Немного нечестно.
Но мне очень нужны эти очки. По идее, могу. Как, без понятия. А, вспомнил, мы на Eagle Talon здесь были. Нет, друзья, это переигрывать. Охереть, здесь что происходит? Блин, ну улетели что-то они вперед, вообще жесть. Поди догони еще. Мы на максималке едем, они тоже. Тут как бы, блин, хрен кого что догонишь. Но пока я ничего не могу им противопоставить. То есть они просто едут впереди меня и все. Грязный. Не, я думаю, так же он просто уйдет и все. Да, нахер. Чуть-чуть поездим с видом от капота. Просто интересно стало. Так, 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 ну-ка. Разгоняйся, катафалк японский. Блядь. Вот это я... блин. Обгонял уже. Так, ну смотри-ка, с этим видом я как-то получше еду. Хоть не так и интересно, на самом деле, да. Машину видеть сзади поинтереснее. Не, лучше переиграть, потому что совсем все плохо что-то пошло. Тут главное с поворотов не вылетать. Потому что тачки у всех одинаковые, все едут на равных. Получается, у кого лучше техника прохождения поворотов, тот лучше. Я, правда, эти стопы вообще не вижу, как загораются, пуская. Еле-еле их видно. Ну-ка, ну-ка. Вот мы все вышли на максималку. Начинаем потихонечку поворачивать. Заносов. Без заносов. Все, едем. Этот чуть-чуть помедленней. Ландерс. Потому что без слипстрима. Так, 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 так. Тихо, тихо, Ландерс. Спокойно. Пошел он нахер. Где он там? Свин. Все, 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 распрямляемся. Еще круг продержаться. Я перезвоню. Все, все, тихо, тихо. Проезжаем. Главное не вылетать. Самое главное техника прохождения поворотов. Вот это вот крутой поворот. Я есть. Подожди, подожди. Что-то снесло меня маленько. Ну давай, не обосрись. Аккуратно проходим поворот. Последний. Самый, сука, длинный. Готово. Фу. Это просто конец.
Смотрим Рай, касценку. Что произошло? Он не затормозил. Въехал на питлейн на скорости и сшиб Бобби. В смысле? Ты долбанный психопат. Что ты вытворяешь, а? Он должен был освободить дорогу. Я тут ни при чем. А, меня этим дерьмом не корми. Эй, не забывай, я тоже делаю тебе одолжение. Одолжение? То, что чертовы спонсоры мне плешь проели со своими очками, для тебя не повод выпендриваться. Будь я проклят, сейчас же пойду и договорюсь с Маккейном. Ага, возьми себе пай мальчика. Парень дорожит своим именем, не то что некоторые. То-то он удивится, узнав, кто ты такой, а? Джеймс, мать твою, Рэндалл. Это ты хотел, чтобы Кайл выбыл из гонки. Да ну, скажи еще, что я велел его шлепнуть. А, это и есть тот самый, что ли, товарищ? Джек, ты должен меня взять. Мне не нужен секретарь, малыш. Но ты будешь моим менеджером. Я? Буду? Я не занимался этим 10 лет. Я вышел из игры. И знаешь, что еще? Я не горю желанием вернуться. Лучше уж отбить себе задницу на Родео в Техасе. Но ты нужен мне. Это не повод. Бобби и Донни в больнице. Остальные спят и видят, как бы поживиться за мой счет. Почему ты решил, что я лучше? Лола World Championship. И мы будем выступать за команду ESX. Так, ну это, я думаю, продолжение у нас будет уже в следующем видосе, как обычно, друзья. А пока ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем оставлять комментарии. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока! With the bills.